Давайте петь его песни. Ведь он так хотел, чтобы люди, живущие в Украине, были счастливы. Счастливы по-настоящему. Темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати про те, що ніколи не могла би збрехати, про те, що ніколи мені не спитати. На твоїх джинсах американський прапор. Ви знаєте, ми думали, що буде чоловік 100, не більше, тому що було буквально 2 дня для того, чтобы людей пригласить и дать им информацию. И люди яро в социальных сетях окликнулись и пришли на это мероприятие. Мы также связывались с Ольгой Михайловной, это мама Андрея Кузьмы. Она передавала всем огромный привет, и мы хотели, чтобы она сделала видеообращение. Но, к сожалению, ей в субботу воскресенье было не очень плохо, и она не смогла записать, но она сказала, что обязательно это сделает. Дитячі історії смішні розкажу.